Всем привет! Сегодня покажем, как с помощью нашего нового программатора SDK Master Pro сделать карточку для MP314DV. Вот магнитола требует карту. Значит, мы запускаем наш программатор. И сначала мы скачиваем необходимый образ. Нам нужен MP314. Нажимаем на ссылку. Здесь нам предлагают либо сохранить на свой Яндекс, у кого есть, можно просто сохранить, либо скачать. Нажимаем, допустим, на скачивание. У нас начинает скачиваться файл. Здесь я остановлю, потому что он у меня уже скачан в таком вот формате, будет скачиваться как архив. Значит, мы этот архив разархивируем и получаем вот такой вот файлик. Сохраняем на любое удобное место. Затем вставляем карту в адаптер и с помощью программы WinHex запускаем ее в режиме администратора. Значит, вот она запустится у нас. Значит, заходим в клонировать диск. Здесь выбираем наш файл необходимый. Вот он открыть. Здесь выбираем приемник данных. Выбираем физический носитель. Вот она, наша карта. Окей. Нажимаем окей. Так, требует ввести начальный. 0. И нажимаем окей. Еще раз окей. Ну и будет происходить дальше запись карты. Здесь мы остановим. Карта у меня записанная. Продемонстрируем, что она не грузит, а говорит о том, что карта не та. Мы ее вставляем в наш программатор SDK Master Pro. Заходим во вкладку, выбираем MP314, нажимаем Write. Все, после этого вставляем магнитолу, перезапускаем ее. Начинает работать как полноценная карта со всеми функциями.